Ну, а сказать это. И весь захил его в оверхиле, блин. 500 тысяч. Ну, я чисто на подхиле все висел. Щит, быстрина и малый стакал я тут. Минус 10% подхилил. Так это из-за тебя, значит. Чё у меня? Там не похилили. Ну, паладин должен соло был, в принципе, отхиливать. Эту, ну, ту пачку. Тыкните в портал кто-нибудь, спасибо. Все нормально. Ну, пока только падают люди. Вот шкафани всех смоните, быстрее получится. Так шкаф стоит, самонят. Медленно просто один человек самонит, если им похуй. Это сейчас. Как наругали, так сразу начали. Я, кстати, не могу не согласиться с совой, там дамага больше вроде бы. Дай ретрика обратно. Если что, мистер Фарн на месте, спасибо, больше не нужно суммонить. Просто 4 сумона, правда, прилетело. Это просто Петрик бахнул там. Не делай. Да не, ничего, ладно. Да ничего, ничего. Я не по теме. Я тогда тоже быстренько покушаю. Бра. Паргариус, ты вчера выбил кирасу. Почему до сих пор камень не поставил?
Саунд до хера дамажит. У нас уже 21. Ровно. Салат больше. Бейте все. Бейте, бейте. Юра, отдашь инер потом? Ок. Разверни его, разверни. О, о. А, плюс крестик, да? Да. Право чуть подвинься. А чё там поделит? Уф. Говорил метки близко, блядь. Так вы думаете? Станьте все в кучу, блядь, дает дебаф нахуй, ребята. Станьте в один фрейм, блядь. Кто с плюсом, кто с минусом. Прямом красный плюс, синий минус. Шакет, встанешь после перед сменой. А. Блять, а че не сказал? Я БР не сдавал тогда, блять. Че за прикол? Зачем ты БР без рела дал? Че за прикол? Ну, вот мой труп, мистер Фарм, лежит в плюсе рядом с крестиком. Я не знаю, как я умер. Просто ваншотнуло. Я не успел прибежать. Ну, я могу скрин сделать, просто я ногой лежу. Смерти посмотри. А, окей. Я убил. Минус по 3500 мне дамажил 5 раз. Значит, 5 людьми ты столкнулся с минусом. Ну... Я со своим плюсом лежу в крестике. Ты не в крестике. Сейчас. Лежишь, это раз. Договаривай. Так, ну, чё договаривать? Ногой я в крестике. Типа, чё, ну, и по мне... Не, просто... Смотри, вот я... Короче, скрин сделаю, куда можно скинуть? Ну, прям в Дискорд скинь, и всё. У меня нет права. Ну, фирмая, знаешь, ситуация. Ногой можно быть в крестике, но, блядь, но ты близко к кемпу минусов стоял, понимаешь? Согласен. Вот и но, есть вся проблема. Не, проблема в том, что я ближе к крестикам, гораздо ближе к крестикам, чем к минусу, ну, к минусу, понимаешь, да? В чем суть? Теперь, короче, моя ситуация. После всю жизнь, когда я ходил на Накс, я всегда знал, что типа синяя метка это плюс, а красная это минус. Типа, оказалось, у вас все наоборот. Я вот прослушал этот момент, когда вы там объясняли, что хрен изменяется. С такой хуйней плюс был. Все время. Ну, смотришь на босса, получается, если вот лицо сейчас смотреть на босса, лежу трупом, блядь. Получается, слева минус, справа плюс. Ну, типа, красная метка это всегда минус, а. Да, синий это плюс, да. А чтобы перед тем, как получить дебаф, нахуй, перед ебалом босса ставить, блядь, и получить дебаф, все, потом разбежаться по меткам.
все, там, блядь, ничего трудного нет. Ну, типа, я и встал красную метку с минусом, а там все стояли с плюсом. Вот в чем суть. Понятно. Давайте. Все. Только не меняют. Больше половины рейда, нахуй, опять перепутают. Ты, Войт, слышишь, Войт, ты под левитацией, блядь. А, давай. Вот этот, замыть всех. Не говори один, достали этот фут уже. Можешь поставить метки, да? Там доза тебя убил, реаниматор попал, получается, внушение. Все, потому что он с другим дебафом стоит, как бы. Ну да, попал так. Тут лох-то есть живой, нет? Присмонить. Так, блядь, перепугом сказали 1000 раз. Крестик, блядь, это плюс. Он, сука, выглядит даже так. Смысл, блядь, по цвету его смотреть, когда он по форме такой же. Ну, когда ты привыкаешь к одному, на механизм... А ну, вот, я РЛ сказал прямым текстом. Тебя сложно же РЛ слушать? Нет. Блядь, сказали минус я в кресте я... вообще. Нет. Да. Нет, ну почему-то все стояли там, кроме некоторых там человек. Ну, я поэтому, слушай. Поэтому замьють всех, кроме РЛа, блядь, и слушать только РЛа. Потому что пизданул это, нихуя не РЛ. Сломал систему. Нет, сама нет людей. Ну, сумоня 5.1. Все стоят и чилят. В чем проблема-то? Ну, у меня фреймов нет, поэтому не сумоня. Остальным похуй просто. Ну, я понимаю, я вот это из этого спросил. Так крестики был плюс. Позади тебя.
Да, все, я понял, я просто не скрикнул. Сарказме, пан. Без еды. Геро, МБ.
Сейчас можно. Поставил. Смотри, вы сдадите фичу, и все. Палада убил. Паркальная. Раз, раз. Ну, он в минусе стоял. Я в минусе был. Раз оставил в минусе. Надо в плюсе было стоять. Чё, блядь? Ебано. ББР раздать. Я как раз не втыкнул зал, почему-то побежал, все же нормально было. Ну потише. Да и не. Ты перебив какой-то перебежки там. Поднять этих миликов неудачников. Я вне вида подниму, они подойдут после смены полярности и все. Пойдешь нас после смены. Можете героям, кстати, дать. Блять, а я далеко резнулся, типа сразу умер. Потому что ты от совы умер. Нет, а было счастье, меня убил. Я уж. Я посмотрел, как сова убежала, тогда встал.
да. Ну вот кто сдох, это ваш 5 лямов. Теперь, блядь, вот эти, кто помер, блядь, и линкани, у кого нету фласа. Просто отдать нужно камни миликам, милики в основном умирали, потому что РДД близко стоят. Во, кстати, я же говорю, типа, у меня тоже был минус, типа, я побежал в минус, меня почему-то начало долбить. Я ж, типа, я стоял в плюсе. Не, я перед этим перебегал, все нормально было, я же ничего не говорю. Не-не-не, ты немножко не прав тут. Я вот стоял далеко и перебегал, все нормально. И посмотри, кто у нас наносит урон, блядь, по рейду. Вопрос к Локу, как далеко он стоит от мелизоны? Чу 500 тысяч урона от него по союзникам. Может, у него считает этот, блядь? Нет. Жизнь от Орк не считает его там, не давится. Вот, кстати, я зашел. Подбежал, все нормально было, то есть я нормально бегал. А тут херак, его почему-то умирает. Я сам даже не понял, чего я умер. Потом смотрю, меня кто-то убил. Раз ты... умер как раз в этот момент, когда вот он нанес 7 урон от своего минуса или там от плюса другой полярности, и сам получил этот урон. Из этого его шотнуло. Рога, а чё лежим? А кто вышел? О. Ну и милики, соответственно, тоже там взаимно друг по другу долбили. От танка вон два паладина полутали урона нормально. Ну, тогда на прошлом КД мы оставляли 15-12. А где ММ Ханта или НХ какой-нибудь? Или Блад ДКДД? У нас бафа мильком нет. Там шмон зафиг.
Вот так точнее будет. Ну, куда точнее-то? Я же линковал это. Ну, я не видел тебя. Просто если сейчас Black Dark наберет нормальный рейндж от босса, то мы его спокойно убиваем. У меня только вопрос, почему эти милики не убили самого Лока. Клан плюсует он какой-то. Есть минуту 2-3? Пока за собой я там минут 5, наверное. Юр, ты в воскресенье будешь? Не знаю, скорее всего. Но днем вряд ли. Ну, под вечер так же. Там десяточку сбегать. После 8 только. Где-то 7 по Москве, короче, после этого времени. Так, нормально? Ты ЮБМ. И, Слав, я к тебе потом после рейда пару вопросов, разговоров и так далее. Но... там. Хант БМ, а не ММ, увы. Ништяк, урон на 3% вылечит. У нас аркан есть, если что. Они вроде стакаются в баллах. Нет, нет. Но они не перебивают друг друга. Но то, что они не перебивают друг друга, это еще не значит, что они не стакаются. Баф, БТК, НХ и ММ вместе тоже накидывают. Все то же самое. Нам 10% надо от ханта. Вот, блин. Он может пока раскочегариться. Печь. На инту хочу быть умным, блядь, и эрудированным. Это кто, Вар сказал?
Так, я тут. Он, походу, качает диск. С чего качать? Открываешь в браузере и все. Ну, а он качает.